Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Регина из Италии, из города Флоренции. Добро пожаловать всем, кто даже случайно зашел на мой канал. И сегодня продолжим мою прогулочку. Посмотрим здесь вечером совсем другой вид. Прогуляемся. Ну, как я вам и говорю, что сейчас, видите, все открыто. Люди сидят, выпивают какие-то коктейльчики, сидят на улице. Прекрасно все. Смотрите, сколько людей в этом кафе. Это пьяцца называется, пьяцца дель Строци. Людей очень мало, но там на Пьяцца Республики побольше людей, чем здесь. Здесь опять Прада. Мои дорогие, раз я здесь прохожу мимо, мне просто надо найти один магазин, и я его не могу найти. Но так как я здесь, я же не могу пройти мимо этого. Я вам покажу опять эту красоту. Пьяцца ди Санта Тринита. Она очень красивая, конечно. Так красиво, с этой стороны тоже. Покажу я вам вот под этим ракурсом. А вот здесь что? Сейчас посмотрим, что тут. Видите, да? Палаццо Бартолини Салумдени. Sì, su c'è una grande sala, fanno le mostre di arte. Мужчина говорит, что зайдите туда, там очень красиво, но мы зайдем. Grazie. Я вовнутрь, здесь лесенка с правой стороны ведет наверх, я не знаю, что это, но мы не будем торопиться, я вам покажу все. Я сейчас туда попробую на лестницу забраться, если можно будет. Если мне ничего не скажут. Ну, конечно же, я не зайду. Здесь еще вот есть такая дверь. Дверь, когда он... А это, наверное, там сидит охранник.
здесь в углу вот такой вот кувшин стоит. Не знаю, без понятия, что это за здание, но у меня чрезвычайно красивое. Внутри такая комнатушка небольшая. Я все-таки решила подняться по этой лестнице. Я не знаю, что там. Мне разрешили зайти. Ну, а я воспользуюсь. Поднялась. Здесь стоит вот это вот. Я не знаю, что это такое. Потрогаю. Металлическое. Смотрите, где я? Я на балкончике. И какая прелесть! Как вы поняли, я снизу поднялась наверх на вот этот балкон. Смотрите, я вам хочу объяснить. Вот где я сейчас нахожусь, здесь спокойно можно производить съемки. То есть, но если вы хотите зайти в музей, именно вот туда, нужно заплатить 10 евро. Но сейчас они уже закрыты, это раз. С понедельника по вторник они открыты. Вот, пожалуйста, платите билетик и заходите. Ну, дорогие мои, я выхожу уже. Побыла я везде там. Выходим. Ну, посмотрите, как красиво. Хоть я и тороплюсь, иду домой, но съемки мои закончены. Но видите, когда я прохожу вот мимо вот таких вот зданий, я просто не могу просто так вот пройти мимо, не показав вам эту красоту. Это Виа называется Виа де ла Арте де ла Лана. Это вот эта Виа вот это называется. А эта Виа называется Виа де Ламберти. Виа де Ламберти. Она рядом с Виа Кальцайоле, вот где я вам показывала множество бутиков. Ну, на этом я с вами прощаюсь. С вами была Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. До скорой встречи, мои дорогие. Извините, если видео было коротким. До следующего раза. Пока-пока.